И начнем с того, что еще один пациент с COVID-19 скончался в Улан-Удэ. Мужчине было всего 66 лет. Он имел заболевание сердечно-сосудистой системы и находился на аппарате ИВЛ 9 суток. А за эти сутки в Бурятии выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в республике заболели 3824 человека. 80% из них выздоровели и выписались из больниц. В инфекционных стационарах остаются 350 пациентов. Из них 17 детей.